Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре будет новый симулятор фермера от первого лица на Android. Я уже зашел и сейчас будем с вами играть. Тут у нас сено. Давайте сперва я вам устрою экскурсию по моей ферме. Покажу, что есть, и потом уже будем кормить мою корову курицы. Вот моя ферма. Там сено, я вам уже говорил, тут гуси стоят, курицы. Так, пойдемте дальше. Время идет, ну, все как в реальности, да? Сколько у меня денег, какой день недели, все у нас тут происходит. Так, у нас есть кнопочка, чтобы что-то брать, ну, давайте это чуть попозже вам покажу. Сперва экскурсия по моему, по моей ферме, точнее. Вот моя корова, которая дает мне молока, вон еще корова. Идем дальше, там курица стоит. Так, пойдемте дальше. Так, сейчас покажу вам. Так, пойдем туда. Вот иди. Все, идем туда. Здесь у нас что? Это у меня зерно здесь получается. Да. Это у меня зерно. И честно, я даже не знаю, что это. Просто сказал. Потому что я до сюда и не доходил даже. Курица, которая покушала. И как бы все. Теперь давайте займемся тем, чем надо. Мы все-таки должны с вами заботиться тут о корове, ее доить, кормить и туда-сюда. Как видите, поменялось у нас время. Сейчас у нас уже 3 часа, 4, да? И как вы видите, потемнело. Все как сделано, типа в реальности. Давайте протестируем, как это теперь все происходит. Вот сено, подходишь сюда, нажимаешь на кнопочку, выбираешь, сколько тебе нужно взять. Нажимаешь один и нажимаешь тейк, ну, чтобы типа взять. Все, я взял вот сено и теперь иду, и сейчас будем кормить. Здесь у нас вот такая вот фигнюшка, ну, сперва, ой-ой-ой, я застрял, подождите, дверь открылась? Подождите, нам нужно сперва вот эту положить надо, потом вот эту надо взять, открыть, вот эту кнопочку, вот так открывайте. Тут она открывается как-то непонятно, не через кнопочку, а просто проходишь, да? А, я думал, ее надо нажимать, оказывается, нет, просто ты берешь, вот так вот проходишь, и все, она сама автоматически открывается. Вот у нас, видите, коровы тут стоят, и они хотят кушать. Давайте кинем на «кушай». Ой-ой-ой, что-то я не так положил. Нет, так, ну туда, подожди, возьмись, почему не берется больше... Вот, все, спокойненько. А вот еще я вам хотел показать. Тут молоко. Да, это молоко тут у нас. Так, вон там вода. Надо сейчас воды набрать. Ну, сейчас первое, я думаю, сено им положу. Пока сюда вот положу, пока. Подождите, кнопочка что-то не нажалась. Вот, пока сюда. Я просто тестирую это все. Сам еще толком-то и не играл в эту игрушку. Вот сейчас с вами разбираюсь, поэтому... Я могу тут делать что-то не так, как нужно. Так, теперь ты давай мне молоко. Давай молоко. Все, я вот взял молоко, нажимаешь Transfer Milk, и ты взял молоко. Потом идешь вот сюда. Вот смотрите, идешь сюда и выливаешь молоко вот сюда вот. Ой, я его поставил, нам нужно вылить. Так, опять надо взять его. Почему ты встал, а? Почему ты все? А, вот все. Нажимаешь опять же на эту кнопочку Transfer Milk, и ты молоко как бы сюда выливаешь. Кнопочка Hold, чтобы типа опять взять это ведро и опять же заниматься. Тут у нас имеется вот панель, вот посмотрите, тут статистика, сколько вообще денег, да, вот банк я вижу, сколько коров, в общем, за сколько можно как бы продать это молоко, да, я так понимаю. Да, понятненько. Это у нас что за кнопочка? Инсеминатио. Это какой-то укол. Давайте протестируем на нашей корове, что это такое. Так, ставим, не ставим. Так, дашь молоко? Ой, смотрите, а корова какая реалистичная, да, прям смотрите. Вот она, коровка. Это, ребят, вообще не то. Так, сколько вообще? Вот, давайте протестируем, например, 50. А сколько у меня вообще есть молоко-то? 15 литров, да? В общем, написано 15 литров. Я что-то 50 литров запросил вроде, да? 15, например, пишу и нажимаю продать. Вот, я продал, видите, молоко, и там, по сути, должно быть пусто. Потому что я продал. Не так уж пусто, но как бы так. Вот, теперь у нас светло, и... Я думаю, пора... А вот, ей надо вот инъекцию ставить. Вот. Нажимаешь сюда, вот, все. Это укол, типа, вот, все. Чтобы она не болела, да? Или чтобы молоко давало хорошее, да? Да.
Так. Тут у нас вода, где коровы, естественно-то, пьют. Что у нас есть еще? Пойдемте посмотрим. Так. А так прикольная игра, тем более вид от первого лица. Многим нравятся такие игрушки от первого лица, поэтому, думаю, вам эта игра тоже понравится. Вот я взял мешок. Сейчас мы будем с вами тестировать это все. Например, вот сюда его можно положить, да? Да, он будет, например, так вот. И все-таки давайте заниматься работой и все-таки доить коров и как бы получать за это деньги, потому что нам нужны денежки, чтобы купить потом что-нибудь. Что именно, сейчас мы с вами более подробно разберемся. Почему-то мне эта коровка уже перестала давать молоко. Смотрите, что с ней происходит. Ты кушать хочешь, что ли? Я тебе сейчас напою. Подождите. У меня коровы перестали молоко давать. Что такое? Так, подождите, что такое? Почему она не дает мне молоко? Так, ну они, наверное, и кушать хотят, да? А то я их пою, кормлю. Ой, а точнее, хочу взять у них молоко, а на самом деле-то нифига им ничего и не делаю. Так нельзя там, но нужно-то брать и отдавать. Так, еще нужно разбираться все-таки с этой игрой. Это понятно, сколько продать, это все понятненько здесь. Корова. Какие-то они, я вам говорю, да, что они более-менее смотрятся живые, но мне кажется, они какие-то, вообще какие-то... Нет, ну так-то они вблизи не смотрятся очень даже и красиво. Эй, подожди, она у меня сожрала уже эту... Ё-моё, она у меня съела. Вы идите, пейте здесь, а хотите, пейте. Или, знаете, что можно сделать? Не обязательно же ходить. Она же не будет сюда ходить. Можно же просто вот так вот взять. Подождите. Так. Подождите, как я делал? Вот это непонятная фигня. Почему она вот становится и нельзя, получается, нам убрать? Вот я ее поставил, да, как мне ее, например, обратно взять? Я уже этого почему-то не могу сделать, и я и так и сяк нажимаю, и нам приходится брать откуда-то вообще другое ведро. Там вот у меня ведро стоит возле молока, которое я не могу взять. Я думал вот набрать воды в ведро и отнести им, но я этого почему-то не могу сделать. Как видите, ведро там осталось, и все. Получается, то, что ты уже кинул, поднять нельзя. Получается так. Вот, например, вот это вот ведро, которое здесь вот стоит, я сейчас, по сути, его могу поднять. Или не могу. Вот, я его могу поднять, да? Смотрите. Смотрите. Берем, короче, да, вот так вот. Вот так. Подождите. Нет. Иди отсюда. Все, последнее, что я сейчас сделаю, это я возьму сено. Сено возьму, дам своим коровкам. Здесь надо, наверное, штук 20, мне хватит, да? 20 унесешь? 20 он не унесет, ребят. Давайте 2 хотя бы. Что-то я много запросил. Просто 2. Сможешь 2 унести? Да, 2 нормально. Достаточно. Он 2 сможет унести. Как раз сейчас разбросаем это сено. И, в принципе, с вами будем завершать обзор этой игры. Толком-то и не разобрались. Вообще, как фермер с меня, как я не знаю, фермер с кого. Но ссылочка все-таки будет в описании. Вдруг кому-то и понравится эта игрушка, скачивайте. А также, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите крутой комментарий, чтобы я поставил вам лайк. Вот, смотрите, я нажимаю на инфекцию, вот этот шприц, да, и почему-то он не ставит. И корове моей укол. Почему? Почему вот не ставит, а? Вот, давайте, стой, родная, что ты? Получается, значит, нужно как-то проделать это все в панелях. Покупать. А, вот, например, купить. Вот это, да? Например, давайте вот возьмем купить. Если сейчас укол поставится, значит я купил шприцы. Нет? Блин, родная, у меня корова болеет. Что делать, а? Нет, не происходит, ребята. Я не знаю. Вот здесь кнопочки бай-бай. Это типа купить, это понятно. А зал это продать. Это я все прекрасно понимаю, но... Да. Ну ладно, ребята, это все. И всем спасибо за просмотр. До скорых встреч и пока.